И продолжаем прохождение Kingpin. Продолжаем, в общем, продвигаться в сторону места, где у нас находится Ники. Где он находится, я хер его знает. Но именно такова цель, в принципе, нашего героя. Вот, в общем, мы находимся сейчас в части города под названием Steel Town, что ли, вроде бы как. Это такая часть города, где тут располагается... Ой, ничего, да? Где располагается, в общем, завод, видимо, какой-нибудь, как, ну, там, какой-то литейный или что-то такое, в общем. Ну, короче, по обработке железа. Так, здесь у нас бар. Вот дело, да? Бойлер рум. Здесь же бар. Бар, здесь у нас магазин. Он матик. Так, в принципе, я не знаю, нам магазин-то делать сейчас особо и нечего. Да и да твою мать. Yes, you did the right thing by coming to the boiler room. We got nothing but bitches. Come on in. So what's up? You got the 10 bucks? Here's your fucking money. All right, have a good time. Go on in. По-моему, нам здесь особо делать нечего в этом баре. Mister, can you help me out? It's my brother David. He's a prisoner at Mocha's Steel Mill. Yeah. Что там у него брат? So what's up? Yo, that's it. And what's all the commotion? So what's going on? So what's up? You must be new around here. Я так и не понял, что он там говорил. Ну ладно. Пропустил. А, хотя погоди, у нас же есть блокнот. Что-то типа того, что ребенок, в общем, этой дамочки находится в этом. Короче, на заводе этом. Please, mister, you've got to hurry. The mill is really dangerous. Они меня сейчас отправляют туда, но... За бесплатно что же будет делать-то? Хотя бы деньги пообещали. Здесь, видимо, ничего такого выиграть нельзя, да? Да. Hey, baby. Hey. Ты ничего не хочешь сказать? Нет? Ладно. It was all a commotion. No shit. В общем, здесь ничего такого уж полезного нету. Меня только направляют спасать какого-то... Это мило, что ли? Я вообще не совсем уловил суть там. Ну да ладно, бог с ним. Так, туда пока не идем. So what's up? There's a package for Mocha in the Pornomatic basement. It's that fancy new armor he ordered. Down at the boiler room. Poor girl's worried sick about her brother. It's two for one ladies' night down at the boiler room. Yeah, he works in the mill. A rough way to earn a living. There's a package for Mocha in the Pornomatic basement. It's that fancy new armor he ordered. Mocha's one heartless son of a bitch, I'll tell you. Just got through talking with Bambi. She's feeling pretty low. Bambi waits tables down at the boiler room. Poor girl's worried sick about her brother. Короче, ее брат этой... Бэби или как ее? Бэмби, блин. В общем, находится в этой самой, как сказать, ну, в общем, заперт, посажен в эту, в плавильню, короче, там, где переплавливают сталь.
И они, видимо, рассчитывают, что я им буду помогать. У нас ничего такого нету. Ничего. It was all a commotion. Why didn't everybody just go? So what's up? You drove me to drink and I never thanked you. Hey, what's happening? You got me a can of 8-year-old Sterno back in my box. Кстати, в этом самом каком в магазине, в этом оружейном там Полматик, там есть очень интересная вещь. Там есть решетка, которую можно, в общем, разбить. А за ней там окошко, и можно. И там валяется куча брони. Так, и, в общем, как туда попасть. Так. Тварь какая. Где эта дрянь ходит? Так, там этот безоружный. Это все, блин, неаккуратно нахрен. Ну ладно, если что, потом сходим в магазин. Надо вот туда попасть, в это помещение. Сейчас, ничего нет такого. Хорошо, выдвигаемся. Уже здесь что-нибудь работает у нас? Здесь надо что-нибудь вырубать там. Идиот. Ваша мать, на 25%. О, а что у нас здесь? Это тоже ни хрена. Ладно, нам сюда, в общем, надо. Дай мне пройти. Еще должен быть один. Дрянь, а. Ты как-то совсем все плохо. Да, тихо ты. Удачно прошло-то, а?
Все весьма неплохо. Тут патронов мало, я так не понимаю, как мне покупать на Томиган патроны. Аптечки, аптечки. Аптечки — это хорошо. А там мы уже были. Все. Теперь бы еще оттуда аккуратно вылезти. Так, что у нас здесь? Ничего. Сейчас еще этот ящик проверим. А здесь тоже ни хрена. Сейчас ничего не вырубается. Денег нету, блин. Так, ну что ж, ладно. Я думаю, мы, наверное, все-таки сходим. Сейчас. В магазин. По крайней мере, мы закупим сейчас аптечки и броню. А здесь-то я и не разбивал ничего. Здесь ни хера. Тоже ни хера. Так, идем сейчас в магазин. Закупим сейчас броню. О, вот это вот окно. Вот про него я говорил. И как туда попасть-то? Ну ладно. Hey, welcome to Automatic, huh? По оружию у тебя все то же самое, да? Я могу купить машинган. Я не могу. Ладно, значит, покупаем броню. И здоровье. Так, наверное, большую купим аптечку. Hey, if you're really hurting, that thing will do you some good. Here you go. Все, и броня у нас теперь. Sorry, we ain't got any. Нет, у него этого. That lower body armor, very good for. Here you go. Нет, мы пока не будем. Ooh, heavy head armor, expensive, but here you go. Ну и все, наверное, пока, да? Да, пока все. Hey, come back anytime, huh? Thanks for shopping, Pawnman. Теперь движемся дальше. Здесь у нас ничего такого нету. Да, как что попасть-то? Интересно. Подвальчик. Сейчас надо будет, наверное, сохраниться здесь.
здесь ничего такого, ничего. Ну, сохраняемся. Да, застрял. Ладно. Давайте уже рожать что-нибудь. Бог с мой. Эти ящики, они пустые. И это пустой. Поэтому смысла тратить время на них. И уже тоже пустые ящики. Здесь тоже пустые ящики. Здесь у нас барон. Аптечки. Как эта срань, блин, работает, я не могу понять. Еще двое, по-моему, осталось. Вроде больше ничего такого нету. Телепортируется как-то, блин. Так, нам вот туда, в ту дверь, но мы туда пока не пойдем. Дай! А мы пойдем вот сюда. Да. У нас здесь, в принципе, дорога только для того, чтобы взять нам в помощники товарища. И то не взять, а купить его, блин. 10% это ли охренеть? Вот он. $100 I'm all yours. You got the box or what? $100 бы запросила. Ну ладно, надо тут здесь склад есть. Броня. Ну все. А где этот хрен-то?
Пошли, блин. All right, I'm all yours. Ну, блин. А там у нас, кстати, в том ящике для огнемета. Поэтому смысл тоже я не вижу. Его нам брать сейчас. Так, ну ладно. A whole shitload of those new guns just came in. Да. Чё там ты? So what's up? I just saw David a minute ago. Hey, what's happening? That David's one-handed motherfucker with a lockpick. Ну погнали. Куда ты бежал, придурок? Отойди ты, блин. Здесь никак нельзя. Черта, он бежит. Отлично. Yo, he's there, man. Ну ладно, в общем, он нам довольно неплохо помог. Да скотина, блин. Ну ладно. Сраная мышь. Давай, давай, иди сюда. Нам сюда, наверное. Что у нас тут? Понятно. Thanks a lot for coming to get me, man. Okay, man, I'm sticking with you now. Mooker's got one of the new guns locked up, but I can get it for you. Follow me. У нас еще один помощник, что весьма неплохо. Так, где мой дробовичок пока? Что он сломящий? Ты ни хрена. С аптечком? Там еще аптечки у нас. Тоже ни хрена. Для гранатомета. Ага, ну хоть какая-то броня, тоже хорошо. Ладно. Больше здесь вроде как ни черта нету. Thank you.
Закрыто. Давайте его. Все, молодец. Слушай, какой ты молодец, а? Не всю броню сняли, блин. Так, сейчас, наверное, нужен будет, наверное, Томиган, да? Ладно. Так, все, давайте, мужики. Hey, stop here. Stay right here. Ждите меня пока здесь. А мы сейчас ходим кое-куда. Ну. Вот у нас аптечка. И ни хрена. Ладно, возьмем аптечку. Нам сейчас вот туда наверх надо. В общем, нам нужно перебраться вот на ту сторону. Сохраняемся. Это же Ксатрикс сделала у нас эту игру. Они также делали Red Neck Rampage, кстати, где тоже вполне себе нормальный движок билдовский был. И они там очень нехило тоже всрали стрельбу. То есть механику по стрельбе. В общем, у Ксатрикс какие-то проблемы с реализацией в играх стрельбы. При этом, блин, движки как бы заточены на, ну, вот, на это дело, и они умудряются это всрать. Офигеть. Где этот придурок-то, блин? Он еще даже не повернулся, а уже стреляет. Ну, поэтому фирме Ксатрикс тогда нужно было посоветовать не браться за шутеры. Но вот не их это дело, потому что, они, в принципе, что билд, в принципе, хороший был, движок там, и выходила куча. Заткнись ты, блин, придурок, а уже бесишь. Ты самое, там выходила и куча нормальных тоже от сторонних разработчиков игр на билде, и вполне нормальная была стрельба. А вот у Ксатрикса какая-то просто проблема, и все это самое, все портится. Делают игру, ее просто всирают. При этом как бы стрельба здесь основная вот механика. Так, ладно, я тут нашел тактику против этих придурков. Как-то так. Как-то вот так. Кстати, да, сейчас сразу там зачистим, блин. Сейчас от этих ребят здесь будет толку мало. Да как ты выжил-то? Как-то выжил бы.
Ну ладно, пойдем за нашими товарищами. Блин, а как попасть туда-то? На этот склад. Come on. Let's blow. Правда, я что-то не уверен, что они там за мной сейчас пролезут. А нам-то нужно вот сюда вот. Какого черта? Хотя, может быть, и пролезут. Блин, мне нужна аптечка. Мне нужна аптечка. Давай уже сюда выходи, блин. Давай, теперь. Ребята молодцы. Так, мы тут какое-то получили новое оружие. О, аптечки, классно. Куда ты падаешь-то, придурок? Ага. Еще у нас. Ясно, так, ладно, здесь. Да отойдите вы. Там вроде как ничего такого особо-то и нету. Вот этот ящик мы. Это аптечки, блин. Так, хорошо. Что у нас здесь? Так, взгляд на Мегана, хорошо. Это у нас не работает, это у нас тоже не работает. Ну все. Вроде бы все. Сейчас, наверное, мы сохранимся. Тихо-тихо. Ну ладно. Ребята молодцы. Ребята пока что выручают. Так что у нас здесь? Как всегда, ни хрена здесь, блин. Чем-то еще есть полезно. Есть вот тут что-то еще у нас есть. Сейчас попробуем это взять. Это неплохо. Для Томмигана всегда хорошо. Патрошки для Томмигана — это просто замечательно.
Так, все, вроде как здесь все посмотрели. Так это у нас что получается? Типа какой-то винтовки, что ли? Полуавтоматической. Ну, так, мужики, мы здесь как-то... Мы здесь как-то с вами не совсем расходимся. Так, ну это мы вышли. Сейчас, наверное, нам нужно выдвигаться к этому, к бару. So what's up? You saved him. How can I ever thank you? Here, one of Mocha's thugs left his keys. Hey, what's all the commotion? Well, if you're gonna stick around here, at least buy a drink. I thought you were going after Mocha and his gang. Your gang's full. Так, ну ладно. В общем, она нам дала ключи. Ну давай ты, блин. Собираешься идти ты или как? Шли. Так, наверное, сейчас заглянем в магазин. Я могу купить это? Нет, у него нету. А патроны? Ну и броню еще купим сейчас. Ну и цены, блин, 300. А тут сколько? 200. That's sorry, we ain't got any. Ага. That lower body armor, very good for protecting the... Okay, find something else you like. Hey, I'm out of that. You want to keep all yours. Так, и... Body armor, form fit, all yours. Еще, может, шлем? А денег нихера нету. Head on now, how about something else? Head on, sold. Ну все. А почему мне... Hey, come back anytime, huh? Thanks for shopping, Pawnomatic. Почему мне не отметилось, что это самое... не то. Я же вроде бы купил шлем. Ладно. Так. Погнали. Let's blow. Так, значит, нам бармен дала ключ. Все-таки вот от этого помещения. Где он там? Слышишь, пошли. Ты застреваешь-то? Наконец-то. Как всегда закрыто, блин. Сохраняемся.
sucker. No. Долго там будешь? Что у нас там? Booker's not here. Денег ни хрена нету. Ну. Где он там бегает-то? Ладно. Понятно пока. Не очень эта винтовка чудо какая-то. Может взять томиган пока. Главное, чтобы бочка не рванула. Тихо. Ладно. А, там застрял, блин. Что у нас здесь? Аптечка, хорошо. Там я... А, у нас же еще здесь, кстати, где-то аптечка была. Да, вот здесь, по-моему. Wait here. Иди пока здесь. Да блин, а. Чудо,
все криво-то, блин. Шейте, можно взорвать? Нет. Давай, открывай сейф. Всего-то 100 баксов. Ну ладно, в принципе, у нас здесь аптечки есть. Я думаю, как раз таки моими воспользуемся. Что, сдурел что ли? Так. Да блин. Он застрял, блин, ёлки-палки. Как так-то? Давай. Иди сюда, блин, дебил. О, молодец. Твою мать. Короче, надо... Да что так все криво-то, блин, на? Опять там застрял. Ну блин, вот эта кривизна, конечно, вообще просто вымораживает. Там я был. So what's up? Yo, man, what the fuck? And oh shit. Hey, forget about it, huh? Кто он такой-то? На этом мы вышли на улицу сюда. Я даже не знаю, надо бы расходить за аптечкой. Хрена себе. Ну что, сдурел что ли, придурок этот? Ты урод-то, а? Ты тут заканчивай прыгать, ты идиот. Ну, надо идти за аптечками, короче. За аптечками. Так, и армор мне еще нужен.
body are sold. That law sold. That sold. Hey, come back anytime, huh? Thanks for shopping, Pawnaman. Как ты бесишь, а? Меня вот это выбешивает, вот эта херота, блин. Где он, блин? Где этот урод? Здесь у нас ничего. Вот аптечка. Что у нас здесь? Ох, ни хрена себе. Это да. Вот это... Вот это да. Охереть. Аптечка. Что у нас? Просто перетаскивать ящики, понятно. У нас что-нибудь есть? Ясно. Так, сохраняемся. Ну ладно. Так, ну это тоже возьмем. Сейчас у нас босс файт. Можно пойти отсюда. А можно пойти оттуда. Так что мы пойдем отсюда. Сохраняемся сейчас. Долбанное кривое оружие. Ты как какого? How this motherfucker got away? Okay, just let me explain. Shut what. Shut the fuck up! I don't want to hear another motherfucking word from you. Blunt, I want you to take care of this shit personally. How far do you want me to go with this? How far? I'm prepared to scour the earth for this motherfucker. He goes back to Skid Row. I want a motherfucker hiding in a dumpster, ready to pop a cap in his ass.
I will take care of it.